этот Азов, правый сектор, они вообще нас за людей не считали. Там воровали мимо наших дворов, провозили, подогнали в широкий на автобус. И быстренько за 15 минут все должны собраться в автобусе, увозим, все, стреляют. Дедушка, ой, я паспорт, тут автобус отъезжает, ой, я паспорт забыл. Вернулся, смотрят, а они уже и микроволновку выносят, уже это, тут автобус отправляется, а они уже грабят.